Сегодня мы приехали в Ивановку. Здесь сегодня выпускной вечер, но мы приехали просто так, случайно попали. Смотрим, что здесь сегодня выпускной вечер у 11-классников. Полиция, для стражи порядка. Мы сначала думали, что здесь просто дискотека, потом спросили, нам сказали, что здесь выпускной. Это клуб Ивановский, вот это вот большое здание, клуб. Вроде как дискотека, но почему-то никто не танцует, ну или танцующих очень мало. Про Ивановку я вам рассказывала, что в Ивановке живут только русские, как бы российская нация, ну и естественно, русские тоже все русские. Наливай, 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 пока горит коммунизм.